завершении первого летнего месяца ежегодно проходит праздник бодрости духа, энергии и возможностей. Уже догадались? Это молодежь. Областное мероприятие прошло в парке усадьбы Кривякина. Молодым у нас дорога, слова из песни, которые знает каждый. А знает ли молодежь в буквальном смысле правила дорожного движения? Местное отделение движения первых представляет сегодня площадку всероссийского проекта «Безопасность движений». А данный проект нацелен на то, чтобы ознакомить детей и молодежь с правилами дорожного движения, с правилами поведения на дороге, и как пешеходов, так и детей, которые пользуются самокатами. Сегодня мы отмечаем День молодежи. Я хочу поздравить нашу воскресенскую молодежь и детей с этим праздником. Наша молодежь целеустремленная, об этом говорят высокие результаты, которые добиваются наши дети как в школе, так и в высших учебных заведениях. Повторив все правила безопасности и обезопасив жизнь и здоровье, участники праздника могли отправиться на увлекательные мастер-классы. У нас здесь происходит рукодельная мастерская. Мы работаем с бисером, и ребятки создают всякие разные украшения. Браслеты, ожерелья. Браслеты из бисера и фетра, занятия йогой, IT-сфера, спортивная программа и концерт творческой молодежи. Все это создает синергию молодости. А кто такая эта молодежь? Молодежь – это самые счастливые и радостные люди, на мой взгляд. Потому что они всегда полны энергии, они всегда полны позитива, они всегда везде успевают. И нам надо к молодежи тоже стремиться, потому что такая бесконечная энергия нам тоже должна передаваться. Молодые люди. Это в паспорте люди старые, а в душе все молодые. Парк усадьбы Кривякина не первый год становится местом притяжения молодежи. Команда парка, подобно хамелеону, устраивает непохожие друг на друга события, приглашает гостей и всякий раз удивляет новым. День молодежи в парке, как это? Это весело, это ярко, очень много молодых ребят собрались вместе для того, чтобы отметить этот праздник. Время молодежи, оно настолько короткое, и, наверное, его надо ценить и брать от этого времени все. Вот, чтобы потом не пожалеть об этом и вспоминать эти классные моменты. Что нужно обязательно попробовать в молодости? А все, что хочется. А все, что хочется, в рамках закона можно пробовать и нужно пробовать. День молодежи олицетворяет стремление общества к поддержке всех благих начинаний молодого поколения. Мы, в свою очередь, присоединяемся. Александра Тарсагамонова, Артемий Максимов, новости Искра Вект.